Ребята, всем привет! Сегодня пришла очередная посылочка с сайта AliExpress.com. Буквально прошло месяц после распаковочки машинки на радиоуправлении. Та машинка, которая была за $40 с сайта AliExpress. Видео уже было выпущено месяц назад. Сегодня пришла с того же самого магазина посылка. Здесь находится, опять-таки, радиоуправляемая машинка стоимостью в $40. Ссылки на магазин и ссылочка на данный товар в описании под видео. Ребята, просматривайте товары, потому что товары иногда бывают интересные и по очень дешевым ценам. И данную машинку мы, наверное, протестим летом. Протестируем, как она будет ездить по асфальту, потому что на улице сейчас снег. Ну что ж, давайте уже откроем посылку, не будем долго разговаривать. Итак, ребята, вот приехала так вот машинка. Есть такой вот китайский воздух, ребята. Кстати, первый раз получаю посылочки с таким вот китайским воздухом. Такие вот уплотнители. То есть продавец хороший, как видите, упаковывает отлично посылочки. Опять-таки внизу есть пожелания от магазина. И в коробочке пусто. Коробочку сразу же уберем, потому что она мне мешает. Ну что ж, давайте посмотрим. Здесь, в принципе, написано то же самое, что и на предыдущей было посылке. И магазин называется, опять-таки, Nashan Toys. Звать продавца Эми. То есть, как уже я говорил, что это тот же самый магазин и тот же самый продавец. Руль можно поставить с правой, с левой стороны, как вам будет удобно. Мне руль удобнее с правой стороны. Антенна. Здесь получается триммер. Также кнопка включения. Включить, выключить. Индикатор, который будет работать. И это получается, если мы запускаем вверх вот такую вот кнопочку, то когда мы нажимаем вправо, она будет поворачивать в другую сторону. То есть это триммер для колес. То есть по ссылке вы все сможете посмотреть. Посмотреть на цену, которая сейчас. И да, ребята, если вы будете покупать данную машинку у продавца, вы также можете написать, что вы именно от моего канала, от канала Китай The Best. И продавец вам сделает скидочку, которая вас очень сильно порадует. Машинка эта немного тяжелее, чем предыдущая была машинка. То есть машинки абсолютно новые, хорошего качества. Вот здесь есть как бы такие вот сидушки. Есть руль тоже. Сейчас давайте сразу же посмотрим на аккумулятор, который здесь стоит. Но я уверен, что он здесь точно такой же самый, как и на предыдущей машинке был. Ребята, качество машинки хорошее, то есть можно смело покупать. Можно покупать для продажи, у меня она ушла примерно за 2 дня, ее забрали сразу же после выхода видео. Так, посмотрим сейчас на аккумулятор. Здесь получается аккумчик на 700 мАч, точно такой же самый. 3 батарейки, сейчас беру батарейки и тестируем дальше. Поехали. Проверяем повороты. Работают. Это тоже вот работает. Ребята, скорость тоже в этой машинке очень большая. Я думаю, что, наверное, протестируем ее уже в отдельном ролике, как она будет ездить, потому что предыдущий тест данной машинки не понравился людям, так как он был сделан некачественно. Я хочу сейчас сделать качественный видеоролик, поэтому сделаем покатушки в отдельном видеоролике. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сегодня на распаковке была вот такая вот машинка. Это рок-краулер сайта AliExpress с интернет-магазина Nashan Toys. Ссылка будет в описании на магазин и на данный товар. Подписывайтесь на мой канал. Могу от себя сказать, что товар качественный. Все, ребята, всем удачи, хорошего настроения. Пока.